Привет! Мы уже поднимали тему еще одних водяных ворот в городе и решили, что наиболее актуально эти ворота будут вот здесь, в районе стадиона, где все наши спортивные площадки, куча разгоряченных тел на солнце, поэтому эти ворота здесь должны быть кстати. Уже зная проблему наших первых водяных ворот, где постоянно собирается лужа, надо учитывать саму инженерию, как мы будем отводить воду. И здесь вот как специально, в районе угла футбольной площадки, начала качковой площадки, есть ливневка. Там вон внутри проходит 32-я труба, я вижу ее пластиковая, и с нее явно под давлением капает вода. То есть здесь же и подключимся. Если там будут какие-то проблемы с подключением, то подключимся вот с питьевого фонтана. Все, предварительное место обозначено. Сейчас надо подготовить схему, дать привязки. Вот так выглядит схема, которую мы уже направили на выполнение. И здесь мы постарались исправить те недочеты, которые уже существуют в наших водяных воротах возле парка. Первое, это то, что не все люди хотят проходить под этой водяной пылью. И они в парке у нас обходят либо по траве со стороны парка, либо переходят на велосипедную дорожку. В обоих случаях это неудобно. Здесь же мы из 3 метров всей дорожки лишь 2 метра занимаем нашими водяными воротами. Метр остается свободный для прохода. Второй момент – это реализовать качественный дренаж. Мы располагаем водяные ворота прямо напротив ливневки, демонтируем 6 этих крупных плит метровых и вместо них укладываем брусчатку. Делаем разуклонку, так называемый конверт, когда все плоскости уходят прямо в сторону дренажа. То же самое со стороны травы, надо будет спланировать грунт так, чтобы просто не стояла там лужа. Вот в двух словах все. И остается самое сложное – реализация. Все, пока.